В России сегодня за 15 дней до Дня Победы началась акция «Георгиевская ленточка». С утра волонтеры раздают их на улицах, в парках, торговых центрах во всех регионах нашей страны. Всего организовано более 1000 точек. Первую акцию начал Дальний Восток. Уже второй год, помимо самих лент, всем желающим раздают еще и памятки, как правильно их носить, чтобы проявить уважение к ветеранам. Например, не рекомендуется украшать ими волосы, а также прикреплять на сумки, брюки и на кузов машин. Всего волонтеры планируют раздать около 3 миллионов георгиевских лент. Для всего русского народа, нашего поколения, вашего поколения, которое за нами идет следом, это всегда символ того, что недаром наши отцы и деды положили свои жизни за то, чтобы мы жили мирно и счастливо.